В Европе жертвами непогоды стали уже минимум 17 человек. Примерно 2000 заблокированы в своих домах из-за сильного снегопада. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время снег усилится. К выходным может выпасть еще до 2 метров осадков, хотя в некоторых районах сугробы уже выше 3 метров. Красный уровень метеоопасности сохраняется для всей юго-восточной части Германии и большей части Австрии. В Германии отменили чемпионат Европы по скелетону, а в австрийских Альпах многие горнолыжные курорты закрыты из-за угрозы лавины, и из некоторых эвакуированы все туристы. Помогать приходится не только людям. В Австрии машинист остановил поезд, чтобы спасти дикую козу. Это произошло на территории одного из национальных парков страны. Коза застряла в сугробе и не могла выбраться. Железнодорожники разрыли снег лопатами и освободили животное.